Добрый день, меня зовут Максим, вы на канале The Quiz. Продолжаем рассказ про музей Первой мировой войны в Канзас-Сити. Сзади вас витрина с очень уникальным экспонатом. Это настоящий мотоцикл Harley Davidson, который использовался войсками коалиции. И он в идеальном состоянии. Я очень надеюсь, что этим летом ко мне приедет Юра из Индианаполиса, который фанат мотоциклов. И он по-настоящему сможет заценить вот это произведение искусства. Юра, ролик снимаю специально для тебя. Зацени. У меня еще запланирована специально для тебя поездка на завод Харлей Дэвидсона. Так, ну вот мы с одной стороны его засняли. Теперь я сейчас подойду с другой стороны и засниму его с другой стороны. Вот он. Красавчик. Для тех, кто не верит, что это Харлей Дэвидсон, смотрите. Вот этикеточка, надпись. Харлей Дэвидсон. И вот тут даже на педальке написано. Ну, а теперь будем внимательно его рассматривать. Вот такая вот фарка у него. Клаксон вот такой. Руль. Такая крышка бензобака. О, седло, просто произведение искусства, кожа. Все в идеальном состоянии, все рабочее. Хоть сейчас заливай бензин и запускай машинку. Оставайтесь с нами на канале и узнаете много интересного.